Девушка! Не стойте там! Там плохо! Вы видите, девушка, что вы наделали? Это все из-за вас! Не надо прыгать! Воспользуйтесь лифтом! Хотя в этом здании лифта нет, это ж наша общага медицинская. Спускайтесь нам, мы вам поможем. Мы медицинские работники всегда готовы помочь всем, всегда на передовой науке. Летающая беременная баба. Может, наш новый альбом так назовем? Давай. Смотри, я тебе помню. Разносчик инфекции. Славик! Одевай, малыш, очки, можешь выходить. Не горбись. Хочешь, в эрудит поиграем? Сейчас тетя Люся придет, втроем и поиграем. Мам, мне завтра на работу рано. Можно я чай себе в комнате попью? А вы с тетей Люсей без меня посидите. Хорошо. Так, таблетки. Давай, не бери много печенья. Так, гематоген.
зубы после гематогена почистить. Аккуратно, Славик, здесь пол влажный. Так, пожалуйста, я тебя прошу, радио долго не слушай. Галечка, я. Люся, у нас кварцевание. А я уже очки одела. Хорошо. Приветики. Привет. Дверь закрой, пожалуйста. Да, да, да. Слушай, может, ты выключишь свою радиацию? Это уже, а? 5 минут еще. Стоп, 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 стоп. Вот сюда, вот сюда. Ты даешь. Давай. Слушай, Галь, у меня такое горе. Что случилось? Ну, помнишь, я со шведом познакомилась в консерватории. И что с ним? Да ничего с ним. Просто оказался, знаешь, подонком. Знаешь, пригласил меня в ресторан. И я как ненормально нарядилась. Парикмахерскую сходила, 900 рублей. Маникюр сделала 1000. А он, представляешь, подлец. Чего? С сыном пришел. С сыном? Ну ничего. Хорошо, что с сыном. Это по-твоему ничего. Хорошо, что с сыном. А я думаю, что это не сын его. А кто? Кто? Я думаю, что он, Галь. Что? Гей. Тихо, ты что ты несешь? Сейчас у меня Славик не спит. А что не спится, господи, помилуй? Спал уже. Все, родной, давай. Так, смотри, сейчас сразу в аптеке поменяю маску, хорошо? Хорошо. Славик, осторожно, на лестнице она скользкая. Все, давай, пока. Я слышала, что есть такое лекарство. Новое, хорошее. Как же оно называется? Стоптусин? Нет. Корвалол? Нет. Может, димедрол? Нет. Вспомню, вернусь. Вы что-то хотели? Я? Да. Проходите. Проходите, проходите. Я не уверена. Здорово, медицина. Как дела? Нормально. О, я смотрю, у вас ходка. Но мне, короче, как всегда, Кантонов. Ты чё? Погнал, ладно? У нее, похоже, обморок. А, ну тогда тем более, погнал, давай. Вы не волнуйтесь. Я часто падаю в обморок. Это от волнения. Понимаю, у вас тахикардия. Снимите очки. Зеленые. Ой, я часто падаю в обморок. Это от волнения. Вы что-то хотели? Девушка! Вспомнила. Хлеба и молока. Она бах и в обморок. Упала. Лежит, не двигается, как мертвая. Я снял с нее... Футболку. Да нет, зачем? Маску. Она что, тоже, как и ты, в наморднике? Ну да. Ты знаешь, у нее такое красивое, удивительное лицо. Лицо есть. Это уже победа. Да, и глаза. А потом она убежала. Короче, с тобой все ясно. Ты влюбился? Хочешь, вылечу? Это все химия. Сейчас дам тебе брому. И будешь, как я, презирать их всех. Это удобно. А ты спросил, как ее зовут?
Нет, а зачем? А в кого ты влюбился? Ты вообще в курсе? Кто она? Лиза, Женя, Клава? Я не знаю, что делать в таких случаях. Знакомиться. Вам мать тебя доконала. Добрый вечер. Славик, почему ты без маски? Мама, я, кажется, встретил девушку. Ты к ней прикасался? Понеслась. Здравствуйте, глубокоуважаемая Галина Гестапова. Ты ее трогал? Конечно. Он снял с ее футболку, и она беременна. Мама шутит. А я не шучу. Дай руки. Ваш сын встретил хорошую девушку. Хорошие девушки по аптекам не ходят. Хорошие девушки дома сидят наверх с мамами. Что она у вас в аптеке делала, а? А? Презервативы покупала? Закрывай. Господи, да с кем я вообще разговариваю? С хиппи. Пойдем, Славочка, я должна тебя осмотреть. Знаете, Галина Сесовна, вам надо самой на вашем сыне жениться. Это сейчас модно в Голландии. Славик, лучше жены ты себе не найдешь. Пока, хиппи. А еще он курит. Хан. Коноплю. Ты заболеешь, я приду. Сегодня он наконец-то меня заметил, а я в обморок упала. Артистка? Не специально. Какой-то придурок на меня наорал и напугал. Это же он крикнул. Не помню. И что? Он меня потрогал. Кто? Придурок? За что потрогал? Он что, гад, руки распустил? Ты не придурок. А? Другой, хороший. Продавец-консультант. Я тебе о нем рассказывала. Он мне помог во время обморока. Молодец. Круто. Вы познакомились? Да. Нет, не познакомились. Он только сказал, что у меня тахикардия. Тахикардия нормально. Вон у Шварценеггера вообще порог сердца и ничего, нормальный мужик. Славик, пойди, пожалуйста, в комнату чай попей. Можно я с вами побуду? Нет, ну, надо с тетей Лизой поговорить. Может, Верунит поиграет? Иди, Славик, позже. Осторожно, в коридоре там не упади, Славик. Я однажды так в коридоре упала. Славик познакомился с девушкой. А сколько ему лет-то? Ну, уже пора как-то, он же взрослый. Издеваешься? Ты же знаешь, какая сейчас молодежь? Их вообще ничего не интересует. Это точно. Мы должны найти ему женщину. Приличную, из нашего круга, чтобы устраивала меня. Че, на меня намекаешь? Я об этом думала, но ты ему не подходишь. По гороскопу. Нужен рак. Рак или скорпион? Зойка. Скорпион, племянница моя, приличная женщина, опять же вдова. Да ты шутишь, Зойка Скорпион? Да. А муж у нее был покойный врачом, по-моему.
Бери выше. Иммунолог. Дом оставил. Машину. Собак, кошек, детей нет. Без вредных привычек. Чистюля. Сколько ей лет? 36. С половиной. Кончила, между прочим, медицинский техникум. Идеал. Этап второй. Узнать имя объекта. Приходишь в аптеку, подходишь к нему, смотришь в глаза. Смотрю в глаза, говорю: здрасте, меня зовут Женя, а вас? Колян! Вам чем-нибудь помочь? Я хотела... Меня... Как вас? Аллергия. Я понял. Сейчас. Кларитин. Кларитин. Кретин. Что ты девушке голову морочишь? Что ты хотел ей сказать, а? 193 рубля. Все, достаточно. Девушка, как вас зовут? Евгения Васильевна Зайчикова. Отлично, Женя. В левом углу ринга Зайчикова Евгения Васильевна, в правом Бранштейн Вячеслав Галинович, Российская Федерация. Бокс! Короче, Женя. Это Славик. Славик, это Женя. Будьте знакомы. Ну что ты молчишь? Скажи девушке что-нибудь. В кино пригласи. Кларитин пробивать? Кино и немцы. Я не хожу в кино. У меня социофобия и аллергия на попкорн, и я темноты боюсь, и громких звуков. Здорово. Я тоже не хожу в кино. Нельзя. Прорвало? Слава яйцам. Самка покойника. Давай, покойник, несем ко мне на диванчик. Я вам мультфильмы включу. У меня боязнь открытой местности, замкнутых пространств, воды и высоты. А я в книге рекордов Гиннесса. Я свинкой болел 3 раза. А у меня социофобия, инсектофобия и арахнофобия. Боитесь пауков? На вас тарантул. Не врет, честная девушка. Прекрати лишать сознания мою девушку. Я просто проверил. А где паук? Женя, нельзя всему верить. Особенно мне. Мама. Танки! Бегите, ребята. Я вас прикрою. Быстро, 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 быстро. Я только одежду возьму. Шталя, 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 шталя.
Где Славик? Здравствуйте, Галина Адольфовна Гид. Поясничаем, где мой ребенок? Срочная мобилизация. Забрали Славика. Морскую пехоту. Где мой ребенок? Славик, мама пришла! Знаете, Галина Гибельсовна, я давно хотел спросить. Мне как партизану очень интересно. Как вам удалось отвертеться от Нюрнбергского военного трибунала? Отойдите, мне нужно забрать сына. Славика нет. Серьезно. Пусти меня. Идиот. Славик! Славик! Что, было трое? Помада. Это моя. Моральный урод. Потрясная тёла. Ты чего трясешься? Замерзла? Немножко. Спасибо. Тебе еще холодно, да? Угу. Я грозы боюсь. Почему? У меня мама молнией убила. Счастливая. Это не смешно. Да нет, ты не понимаешь. Просто ты мою маму не знаешь. Когда она узнает, она меня убьет. За что? И не дождался ее аптеки. И снял плащ. Промочил ноги, попал под дождь. Я иду по темной улице один без мамы. Сейчас 10 часов. По маминому это уже комендантский час. Да вот еще я иду с незнакомой красивой девушкой по улице. И держу ее за руку. 15-я причина. Тактильный контакт с потенциально больным человеком. Ты смелый. А давай ты меня поцелуешь? Тащишь. Ну ты дебил, Юрец, посмотри, что ты наделал. Бери ее за ноги, помоги мне, ее домой надо отвезти. Куда, ко мне, к тебе? Она что, дохла? Пьяная, что ли, наркоманка? Ты еще раз так скажешь о моей подруге, я... Че? Я отравлю тебя, понял? Мышьяка подсыплю в тебе презервативы, ты понял? Да понял, понял, че ты нервничаешь-то? Давай. Ну куда ты ее? В салон давай. Давай на заднее. Аккуратней. Чужой такой. Ой, все. Ой. Опа. Давай, залезай. Тебя мама-то не заругает. Проходи, пожалуйста. Раздевайся. Здравствуйте, тетя Люся. Здравствуй, Славик. А где мама? А мама лежит. Скорая только уехала. Что случилось? У меня приступ, гипертонический криз. И все, Славик, из-за тебя. Ой, я пойду, наверное. Я тебя провожу. Нет, не надо, я... Ну, ладно. Давай я тебе хотя бы скорую... такси вызову. Не надо, я... Правильно, девушка, правильно, идите. А ты, Славик, не волнуйся. Я девушку провожу. Прямо до остановки провожу. Передавай маме, чтобы вы старались. Жень, ты прости, пожалуйста. Жень, прости, что так получилось. Спасибо вам, тетя Люся. Ты не за что, не за что. Проходи, милая. Я соседка, тетя Люся.
Сейчас тут подену и провожу. Мама. Мама, что с тобой? Со мной? Со мной инфаркт миокарда. Прединсультное состояние. Гипертонический криз. Я умираю, потому что мой сын решил меня убить. И в тот момент, когда родная мать при смерти, ее любимый, единственный сын, связавшись с какой-то проституткой, с мокрыми ногами гуляет в грозу. Мама, она не проститутка! Вон ты что, вернется? Сама придет. Вы же с ней нормально расстались. А если она заболела? Ну, значит, через неделю максимум. Нормальные люди у девушек телефоны берут. И на худой конец свой оставляют. Во-во. Но у меня нет телефона. Мама говорит, от него излучение, можно заработать рак мозга. Можем объявление написать. Потерялась Женя. Пол женский. Русые волосы, голубые глаза, 19-22, очкастая, носит марлевую маску. При упоминании слов «гандоны яйца» валится в обморок. Нашедшему премия, банка эфедрина. Десяток Жень сегодня же притащит. Погоди, а ты говорил, что ее соседка провожала? Ну да. А женщина это? Тетя Люся! Сказала, что он женат. Я больше никогда ни одному мужчине не поверю. Да, тупик. Погодите. Я позвоню сейчас тете Люсе, узнаю хотя бы, в какую сторону она уехала. Я сейчас. Слушай. Слушай, химик. А у вас есть что-нибудь успокоительное? Выбирай. Как это? Я думала, он необыкновенный, а он, оказывается, жена. Ну чё, кто здесь боксер? Ну, я немного в детстве занимался, а чё? Тем лучше. Чё? Ты, говорят, женат. Уже год как разведён. Опять вранье, дети есть. Нету. Я анализ ДНК сделал, отец не я, поэтому и развёлся. Молодые люди, может, вы свои семейно-спортивные вопросы на улице решите? Вы правы, мужчина. Ты у меня сейчас получишь, мужчина. Я хочу положить конец вашей ссоре. Хорошо. Только оставьте меня в покое. Господи, да кто его вообще когда трогал? Слава, мама самый близкий и родной человек.
У тебя никогда не будет никого ни ближе, ни роднее матери. Она твой преданный друг. Я уже взрослый человек. И могу сам себе выбирать друзей. Теперь он отказывается от матери. Нельзя, Славик, отказываться от матери. Она тебя под сердцем выносила. Тут больным и слабым сердцем. Я, наверное, в аду. Он хочет, чтобы я умерла. Славик, нельзя так говорить матери. Люся, хватит. Встань, Славик. Посмотри мне в глаза. Я не себе... Молчи! Я рожала тебя 26 часов. Я дважды была на том свете. Ты знаешь, что ты родился мертвым? Ты обмотал себя пуповиной. Я боролась за твою жизнь до самого конца. 3 месяца в реанимации. Самые дорогие медикаменты. Я вложила в тебя все. Здоровье, молодость, карьеру, личную жизнь. У меня никогда не было мужчин. Пока ты спал в стерильных перелках, не горбись. Я работала в морге. Я так надеялась, что когда ты вырастешь, ты станешь моей опорой. Что перед смертью будет кому подать мне стакан воды. Мама, хватит! Перестань! Прости меня, пожалуйста. Вот твоя благодарность. Я прощаю тебя, сынок. Делай, что хочешь. Мама, прости меня, пожалуйста. Просто я хочу, чтобы у меня была девушка. Будет! Смотри, Славик, смотри, ты знаешь, как это будет? Да, конечно, конечно. Сейчас. Оп. Смотри. Оп. Посмотри. Это Зоя, моя племянница. Очень хорошая девушка. На мужчину слева не смотри, он вообще ни при чем. А зачем вы мне это показываете? Зоя, Зоенька, твоя невеста. Как это? Она же невеста вот этого дедушки. Нет, она вдова этого мужчины. Мам, я что-то не понимаю. Ты что, хочешь меня насильно женить-то? Ты желаешь мне вот этого? Это же монстр! Славик, подожди, не волнуйся сейчас. Смотри, мы все решили. Зоя, мечта любого нормального мужчины. Смотри, это взрослая, серьезная женщина. Медицинский работник. У нее есть жизненный и медицинский опыт, которого тебе так не достает. Фу, вы сумасшедшие. Вы ненормальные. Мама, ты когда-нибудь дашь мне что-нибудь сделать самому? Не кричи. Мне удивительно, что я сам себе попу вытираю. Да оставьте вы меня в покое! Оставьте меня в покое! Я ее не люблю! Вы даже с ней не знакомы! Заочно? Да, уж вы уже знакомы. Я, Зоя, все о тебе сказала, она за. Кроме того, Славик, по гороскопу вы идеальная пара. Да. У вас завтра свидание. Я никуда не пойду! Осторожно! Я говорила тебе, он еще не готов к семейной жизни. Ерунда. Он ее полюбит, как любит тебя. Как ты сказала? Как ты сказала? Я так за вас рада. Давай обсудим свадьбу. Валютная прачечная. Химик у аппарата. Химик. Спасай, я была папа Яков. Приведи. Мама, ее подруга, тетя Люся, они хотят меня женить. Ожидаемый поворот. Невеста, полагаю, мама? Почти. Самка Богомолов, дава старичка, она его съела, теперь моя очередь. Прикольно. Я не шучу, я серьезно. Они меня хотят повезти в ресторан на свидание. Завтра. В какой ресторан? Они не говорят. Соглашаешься? Узнаешь название кабака? Сообщаешь мне, ждешь. А если не получится? Тогда женишься на Богомоле. Она снесет тебе яйца. Шутка. Получится. Для верности нажрись транквилизаторов. Если поймешь, что шансов нет, дерни спиртного. Лучше шампанского. И что будет? Все будет отлично. Помощь придет. Давай.
Женечка, сядь на пол. Или лучше ляг. Что случилось? Пошла я, короче, в эту аптеку, нашла этого твоего боксера. Он в больницу? Нет. В общем, тут такое дело. Женька, прости меня. У нас с Юрцом вроде как роман. С каким Юрцом? Ну, с твоим боксером. Его Славик зовут. Его Юра зовут. Юрий Подоконников. Он мне паспорт показал, штамп по разводе. Даш, по-моему, ты не тому отомстила. Слава Богу. Одень желтую рубашку, мою любимую, и коричневый костюм, который мы тебе купили на выпускной. Мне красиво. В ресторане веди себя скромно, уверенно. Ничего не трогай. Можно я в туалет пойду? Он же женат? Кто женат? Славик? Кто тебе вообще такое сказал? Да он тебя любит, всю плешь проел. Правда? Слово партизана. Ну что ж тогда делать? Надо его из гестапо вызволять. Задний ряд, повнимательнее. План побега. Дожидаемся сигнала. Он поступит по телефону от Славика. Выезжаем на место, окружаем объект, далее по обстановке. Партизанский отряд «Невидимка». Майор химик у аппарата. Понял? Будем в 18:00. Вегетарианский притон Чиполлино. Учитесь, Зоя Борисовна. Зая Борисовна. Красивое имя. Вот видишь, Славик, я же говорила, что Зоя Борисовна тебе сразу понравится. Давай. Славик, мы с мамой подали заявление. И решили пожениться. Какие молодцы. Отличная пара. Славик, перестань поясничать. Женитесь вы с Зоей Борисовной. Оба. Послезавтра. Пятницу. Я уже обо всем договорилась. А мне казалось, что заявление подают жених и невеста и делают это за месяц. Славик, мы все решили. Мы сделали справку, что... Зоя Борисовна беременна. Да. Да, на 8-м месяце.
Как интересно. А может быть, после ресторана ко мне поедем? Да вы что? А что такое? Нет! До свадьбы нельзя. Жаль. Придется потерпеть. Сидят фашисты. Здравствуйте. У вас заказан столик? Мы в бар. Кто что будет пить? Я не бухаю. Я тоже не пью. У меня аллергия. Понятно. По ногтику. Рюмку водки, 3 апельсиновых сока и бутылку шампанского. Вон за тот столик. Не забирайте. Ух ты, это он не ест. Викторианский Юджин. А что это такое? Мы заказывали. Он пускай останется. Это подарок от Ришара. С чего бы это? Я не знаю, все вопросы к администрации. Опусти. А все, двух достаточно, молодому человеку. А ты, Славик, тебя выдохнет сейчас. Мне можно. Я женюсь. Ты что, с ума сошел? За любовь. Перестань сейчас же, Славик. Ты что делаешь? Прекрати. Раскроемся в танце. Что? Славик! Поговорил, что больной. Славик! Ты парень, а? Прекрати сейчас же. На повезло. Тебе будет стыдно. Сдохли вы все. Славик, тебе надо успокоиться. Стой, стой, твоя! Смотри, какой у тебя парень, Женя. Молодец. Будет и я в молодости. Я не могу на это смотреть. Не слишком агрессивно, он не поранит. Здесь! У меня будет парень! Люсь, посмотри! Он у тебя точно не спортсмен? Славик! Ты испачкал пиджак! А я его еще и порву! Алина Кабаева! Маму Галю я беру на себя. Ты сейчас только сломаешь, Слава! Вот ключ от моего дебаркадера. Спасай героя. Я боюсь. Не бойся. Домой! Я сказала, домой! Нет, мамочка! В атаку! Отлично, оттянулись. Они уже в Амстердаме. Почему в Амстердаме? Мне всегда нравился этот город. Если бы я сбежал с женщиной, я бы скрывался в Амстердаме. Где? Все в порядке. Мы в тюрьме, детка. Какой позор. Кто там?
принесла вам пиво. Доброе утро. Завтракали? Нет. Славик меня напоил, мы заснули. Ничего не было? Нормальный мужской поступок. Привыкай. А где наш танцор? Как самочуха? Плохо. Я ничего не помню. А вот это зря. Обстановка прошла великолепно. Кстати, вот рукав от твоего пиджака. Сохранила память. Подаришь внукам. Остальное забрали фанатки. А где мама? Да все в порядке. Выпустили из милиции. Вместе со всеми. Все, вставай. Будем завтракать. Угу. Никогда не ел ничего вкуснее. Приучайся, брат, к здоровой пище. Надо есть то самое вкусное и полезное. Тарелочку. Капелюшечку. А, тогда пивка. У меня аллергия. Ну, тогда я не знаю. Как же мы дальше? Может, ко мне поедем? Тебе пока нельзя. Поживите пока у меня. Неудобно. Да ладно. Все нормально. Я одинок, как бог. Кстати, у меня сегодня день рождения. Поздравляю. Поздравляю. Продолжим начатое? Когда чокаешься, надо смотреть в глаза. Да. Молодец. Алло? Но ты должна меня понять. Я больше так не могу. Я уже вырос. Не надо плакать, мам. Мам, я прошу тебя, не надо плакать. Да прекрати ты реветь! Рассасывайтесь. Будем кутить. А где гости? Группа «Диктатура грибов». Звезда, короче. Девки, ты химик.
Это Франческа, это Карло. Или наоборот. Держи, даю. Здрасте. Здрасте. Круто. Короче, девки самодостаточные. По-русски не пса не шарят. У тебя удочки есть? Я им наврал, что мы на рыбалку идем. Пойдемте, девочки, пойдемте. Галя, нельзя так отчаиваться. Ну что ты? Подумаешь, напился. У меня все мужья пили. Земля им пухом. Сейчас проспится, придет. Надо подумать. Он не мог такое выдумать. Это его науськали. Он попал под дурное влияние. И может скоситься по наклонной плоскости. Ты не должна его бросать. Ты мать! Люся! Ну что его кузинки? Да придет. На работу придет. А если не придет? Так, я знаю, что делать. Надо выдержать паузу и все подготовить. Как? Смотри, давай поскорее сальмоны. Сальмоны тут, ищи, Оля. Он старый кабяк. Он старый кабяк. Сильно. 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 Химик, а как вы познакомились? Штейн, короче, вместе со мной в меди учился. А после я поступил в аспирантуру. А он выбрал путь просветленного. Решил на себе попробовать действия грибов и рок-н-ролла. Потом втянулся. Да, Штейн? Во имя добра. Слушай, химик, надо маме позвонить. Она там волнуется. И знаешь что? Я уже сутки не пил таблетки, и я хорошо себя чувствую. Таблетки? Алло. Нет, это не мама, Славик. Это тетя Люся. А мама не хочет с тобой говорить. Да. Ну ты не волнуйся. Она сказала, что все понимает. Можешь жить как хочешь. Единственное, что ее волнует, что у тебя совершенно нет вещей. И лекарств. Ладно, я приду. Хорошо, я приду прямо сейчас. Хорошо, Славик. До свидания. До свидания, говорю, Слава. Странно все это. Слишком все быстро. Не ходи. Нутром чую, там засада. Да ты что? Ты же моя мама. Славик, нам надо поговорить. Алло? Ты? Галя, Галя, ну что? Алло? Мама! Славик, ты где? С партизанским приветом. Славик, я был прав, засада, повязали, сижу в мешке. Молчите! Славик, ты почему меня обманул? Дай мне химика. Славик! А то я повешу трубку. Так знаешь что, Славик? Знаешь что? Немедленно! Да... Что ты делаешь? Я понял. С ней надо быть твердым. Это же твоя мама. А ты моя невеста.
Маму я люблю, ты не думай. Алло? Алло, химик! Ну как ты там? Голову уже освободили. Короче, Славик, переведи на громкую связь. Рядом с телефоном динамик. Включил? Включил. Все слышат? Все! 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 Отлично! Даю установку. Вешай трубку. До завтра не звони. Обо мне не беспокойтесь. Я тут с ними поработаю. Что значит поработаю? Главный по хозяйству назначаю Дашу. Главный по идеологии Штырь. Штырь? Созвон завтра в 9. А мне что делать? Займись с девушкой сексом! Нет! Что? Нет, Славик! 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 Пошли, Даша. Пойдем, химик правду говорит. Штырь, а нам что делать? Размножаться. Все. Давай. Еще сильно. Еще. Давай. Постольно. А! Давай, я сзади. Ништяк. Затихли что-то. Прелюдия. Ты знаешь, что надо дальше делать? Не совсем. Спасибо. Так вот, Галина, только ты не смейся. Мне кажется, что в молодости мне одно время снилась молодая девушка, очень похожая на тебя. Я называл ее Белкой. В каком смысле? Ну, понимаешь, я жил тогда в общежитии. И после смерти мамы очень сильно пил. Целыми неделями мы с моим корешем Штырем находились в беспамятстве. Та девушка приходила ко мне во сне почти каждую ночь. Потом как-то пропал. Я очень страдал. От этого даже пить бросил. Правда смешно? Нет, что ты, это очень романтично. А ты в каком меде учился? В первом. На фармакологии. И я в первом. Только на педиатрии. И в каком ты году закончил? В 89-м. А я в 90-м. Получается, мы с тобой несколько лет друг моей дружки бродили. Слушай, развяжи меня, а? Нет. Ты сбежишь. Ладно. Тогда дай печенье. Ладно. Еще чуть-чуть. Вкусно. Так получается, что ты сына в институте родила? В последнем курсе. От кого? Не секрет? Секрет. Я не знаю. Ты мать даешь. Ты что, 5 мужиков сразу была? Да ты что такое говоришь? Я девственница. Не понял. Да я сама не поняла. Понимаешь, это было как чудо. Просто я в какой-то момент поняла, что я беременна.
Мне девочки говорили в институте, что я... Вот и получается, что я Славика своего во сне нагуляла. А так у меня никогда не было мужчин. А хотелось, чтобы был? Не знаю. Так не могу. Все время думаю о маме. Пришел? Кто? Я сдаюсь. Круто. Что ты затеваешь, детка? Я же сказал, в 9 созвон. Я же почти все разрулил. Кто изменил ход операции? Небось, ты? Извини, провафлил. Я медитировал. Это я виноват, извините. Так. Женя, этой ночью я сделал практически все, что мог, чтобы вы со Славиком были счастливы. Не могу сказать, чтобы это было мне противно, но все оказалось впустую. Давайте, короче, дверь выломаем. Точно. Прицепим хаммеру и дернем. Нет, ребята, это криминал. А потом последний этаж не выйдет. Я пойду к маме Славика и поговорю с ней. Это тебе ничего не даст, кроме очередного обморока. Вы не правы. Я все равно пойду. Тогда предлагаю побег. Штырь, что ты думаешь? Thank you.
же не знаешь жизни. Любовь – это болезнь. Она пройдет. А тебе нужна взрослая, опытная женщина. Вот я умру. И что ты будешь делать? А она о тебе позаботится. А я бы внуков воспитала. Не знаю, может быть, даже бы сама замуж вышла. Сынок, ты слушайся меня. Сейчас все браки несчастные. Но ты-то откуда про это знаешь? Потому что я права. А только дураки учатся на своих ошибках. А умные люди... А кто это там? Славик? Славик! Ну-ка! Ты... ты готов к необдуманным поступкам? Мы пришли тебя спасать! Зачем вы лезете в нашу семью, девушка? Что вам нужно? Вы любите моего сына? Прекрасно! А над я ранами смеется только тот, кто не бывал еще ни разу ранен. Тише! Что за свет в ее окне? Оно восток, и в нем Джульетта, солнце! Слава! Назад! Назад, я сказала! Сосед, все готово? Можно! Женя, я все равно женюсь только на тебе! Только через мой труп! Тебе нужен мой труп? Да! Да, нужен! Что вы делаете? Мама! Мама, что ты делаешь? Не надо, я пошутил! Мама! Мама, прекрати! Не делай этого! Ништяк! Летающая тетка! Прощай! Мама! Прощай, я тебя не виню! Мама! Прекратите истерику! Короче, Славик, соглашайся! Завтра идешь в ЗАГС и женишься! Не спорь с ней! А Женя? Он прав! Соглашайся! Девчонок, включай задний ход, довольно! Мама, хорошо! Я согласен! Слезай! Женя, прости! Жаль. Летающая тетка круто. Маркеран, ты будешь на вольертану! Гала, ты молодец! Женя! Мама! Я пойду куплю цветов, четное количество. Не торопи события. О, еду. Вы что здесь делаете? Хотите испортить нам праздник? Зачем же? Мы гости со стороны жениха. Не тупи, давай, выходи. Я вам не верю. И правильно делаешь. Берите, идите. Мне понравилось, как ты вчера за меня заступился. Детка, это только начало. Галя. Ведите себя, Галя, пожалуйста, прилично. Хорошо. Галина. Пошли. Да у нас лимузин, понимаете? Нет, мешкатник, понимаете, занят будет уже через два часа. Ресторан, гости, да, букет вяли, девочки, так все гости. Мама, мама, поцелуй ее, успокойся. Мне его сикануть? Позвольте, разрешите. Сюда засунуть. Волчонок, давай отойдем. Нужно поговорить. Я тут подумал. Может, и мы. Что? Что вы имеете в виду? Сына пристроила. Пора и для себя пожить. Пойдешь за меня? Я серьезно. Это что? Отвлекающий маневр? Бранштейн! Кто жених Бранштейн? Я! Проходите вы без очереди. У кого кольца? Попробуй угадать. У меня кольца, девушка. И быстренько, Славик, на песочек. Это кольца, девушка. Дайте мне тоже сокровище. Подождите. Что это за кольца? Это кольца. Бранштейн.
Давай, фату. Фату надо закрывать. Не стой, смотрите. Давай, вот так вот. Так, все, буду. Так, хорошо. Так, все, хорошо. Не горбись, дыши. Дыши носом. Все. Все. И ты готовы, давай. Пойдем. Все. Бери его, пошли. Проходим на центр зала. А что у вас так, как в склепе? Ладно. Люди Земли, мир вам! Я... посланы сюда прогнать вам эту телегу, Штырь. Хочу задать вам главный вопрос. Что делают здесь эти двое? Поясню. Они решили по жизни забить на друзей и предков, чтобы слиться в экстазе и свить гнездо на обочине извилистой дороги жизни. Тут вы несете такое. А вообще, кто вы такой, а? Любишь ли ты реально этого чела, подруга? Как тебе там? Зоя. Любишь? Ну да. Во имя добра. Готова ли ты, Зоя, делить с ним кайф и гемор и плодить гуманоидов по жизни? Не уверена. Зоя, да. Во имя добра. Любишь ли ты реально эту подругу, чел? Как тебя там, Славик? Да. Нет. Как нет? Тихо, не перебивайте пастора. Он любит, любит. Во имя добра. Так фигня какая-то. Прекратите этот балаган. Вы вообще кто? Кто такой? Я пастырь, Штырь. Будешь перебивать, прокляну. Во имя добра. Так вот, возникает вопрос, какого пса я здесь сейчас перед вами стелю, если тёлочка не готова плодить гуманоидов, а чувачок вообще не готов? Почему? Я готов. Славик, молчи. Развивай, Славик. Я готов жениться на девушке, которую люблю. Что ж вы толкаетесь? Как ты смеешь? Ты поклялся матери! Придется перепоклясться во имя добра. Где она? Я здесь. Приблизься. Далеко не отходи, не парься. Для тебя есть отдельная тема. Как тебя там? Евгения. Готова ли ты, Евгения, плодить гуманоидов и делить кайф и гемор по жизни со Славиком? Готова. Вот это другой базар. Объявляю вас ячейкой общества. Во имя добра, лобзайтесь. Следующий. Кто здесь еще не женат? Я! Побудь на нейтралке, Зоя. Кто, кроме Зои? Мы! Приблизьтесь. Я не готова. Девчонок, будешь меня лечить? Я знаешь, какой больной. Тихо, не сдавайся. Thank you.
Готово. Я проверял. Кулды-булды, повторяться не буду, объявляю вас ячейкой. Во имя добра, лобзайтесь по-быстрому. Галя! Галечка, что ты делаешь? Хороший буфер, алхимик, респект. Ну кто еще, пока я внятный? Я! Зоя, не газуй. Мы! Приблизьтесь. Извините, я кое-что забыла. Да. Что такое? Ты что за вас забираешь? Спокойно. Я готова. Та же фигня с ячейкой. Лобзайтесь во имя добра. Обращенные. Это моя бывшая вторая теща. Поставите в журнале крестики. Фамилии впишите сами. Во имя добра. Зоя. Приблизься. Согласна ли ты, Зоя, поехать тусануть со мной в Геленджик и завести собачку во имя добра? Зоя. Вы серьезно? Вы хотите, чтобы я разделил с вами кайф и гемор? И плодила гуманоидов. Я согласна. Во имя добра. Спички есть? Конечно. Фаер. Я предлагаю Бэтмен. Бэтмен, Бранштейн, ББ. Yeah.